своим родным по призыву в Энский год. Необученным, но годным ой, он явился к нам во взвод. Был в приказах удостоен гостя всяческих похвал. Журнал «Умелый воин» ой, на обложку он попал. Ну что, девчата? Ничего. Ясно. Счастливо оставаться. Время шло, кончалась служба, и супал его отъезд. С предложением чистой дружбы мест, с предложением чистой дружбы ой, из семи различных мест. Ты куда, солдат? До станции еще полчаса. Хоть час. Счастливые папаши часов не соблюдают. Газеты, журналы, папиросы, кубинские сигары 40 копеек штука. Одну минуту, девушка. Да. А журнала «Умелый воин» за июнь прошлого года у вас нет? Нет, старье не держим. Зря. Сигару. Бери. Сдачи не надо. Демобилизовался. А что? Держи гривенник, пригодится. На что это вы намекаете? Дедусь, огонька не найдется? Разрешите идти, товарищ генерал? Идите. Извините. Змеевик, на пределе. Нужно промыть 2% уксусом. Это электрический кипятильник. А вагон какой, мягкий? Международный. Отлично. Слушай, тогда у меня к вам будет просьба. Можно я из вашего международного вагона сойду? Я, понимаете, хочу сюрприз сделать одной тут встречающей. Выходить? Благодарю вас. А где же иностранцы? Серый какой-то рейс. Был один японец, съел чего-то. Его сняли в раздельный. А вы, наверное, обычаи знаете, языки? В пределах необходимости. А ответьте мне тогда на такой казус. Вот у японцев, говорят, есть целая наука, какие цветы дарить. Так вот, если мне нужно, положим, подарить цветы, а девушка вроде знакомая, а с другой стороны совсем незнакомая, то какие цветы дарить? Белые или красные? Подарите розовые. Розовые. Если уж у нас разговор завязался, то у меня еще вопрос. Что у вас сейчас на гражданке модно танцевать? The leg. Нога по-английски. Хороший танец? Современный. А не покажете? Разрешите? А ведь я серьезно, очень серьезно. Безвыходное же положение. Сами знаете, у солдата тяжелая служба. Мы там ясно подотстали. Ну а если танцы? Тогда что? Ну не дайте опозориться. Станция скоро. По-товарищески. А музыка? Музыка есть. Годится. Снимайте сапоги. Моментально, я способный. А зачем? Танец современный, танцуется без обуви. Ага.
Носки могли бы и не снимать. Вернитесь! Ноги на ширине плеч, локти прижаты, прогните корпус в обратную сторону. Повторяйте! Активней! Шаг в сторону! Повторяйте! Шаг! Вот так! Мобилизовался, вроде бы на нейтральной полосе. Уже не военный, еще не гражданский. Могу вот так хоть месяц. А ваш цвет волос вам очень к лицу. Да? Жаль, мы с вами не переписывались. Я бы вам писал про службу, а вы мне про путевые впечатления. Да? Я, конечно, Тоша, против дорожных знакомств. Но если так, по дружбе. Мама Мия! А интересно, как вас зовут, если не секрет? А почему не танцуем? Потому что станция. Оксана! Я здесь, в международном! Все, отец, больше не отвлекаюсь. Счет у вас есть? Найдутся. Так, итога 28 дней кладем. 13 суток долой на дорогу. Остается 14. 15. День отъезда, день приезда. О. 14 делим на 7. 2. Пардон, теперь уже делим на 6. Так это не разделится. Тогда с хвостиком получается. Ну хорошо. 2 с хвостиком на остановку. Солдат. А чего мы считаем-то? Ну как вам объяснить? Ну, к примеру, корреспондент едет по письмам трудящихся. Трудящихся много, а времени в обрез. Ну вот он и делит. Так ты что, корреспондент? Да нет, ну я же образно говорю. Безвыходное положение. А сколько стоит? 4 рубля. Ну, себя как солдата. Скидка 3,62.
Терентьева, к тебе солдат. А зачем он приехал? А зачем ты писала, Надя? Откуда я знаю, зачем я писала? Войдите. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Збруев, Константин Яковлевич. Люся. Збруев. Галя. Збруев! Здрасте. Збруев! Любовь Григорьевна. Благодарю. Вы меня узнаете? Узнаю. Девочки! Садитесь. Вот, думаю, заеду, смотрю, как живет девушка. Все-таки фотография не дает представления об образе жизни. Может быть, помощь, поддержка нужна? Нет. Или совет? Нет. Ясно. Очень мне ваши письма понравились. И листок. Помните, вы прислали? Засушенный. Красивый такой. А, это с клёна. С какого? Вон там. Где? В парке культуры. Вон там. Да, природа у нас достопримечательная. Евстигнеев Семен Семенович. Збруев, комендант, воспитатель, очень приятно. Семен Семенович. Надежда, ты что же гостя принимаешь в комнате, в тесноте? Так ведь я Семен Семенович. Надежда. Прошу, товарищ Збруев. Благодарю. Общежитие у нас чисто женское. Вот это коридор. Комната быта. Душевая. Занято. Временное явление. Через год в нашем городе построят мужскую баню. Средства отпущены. Каравайчук. Каравайчук забери. Тоже временное явление. Через месяц получает квартиру. А вам? Сюда. Надежда. Прошу. Вот журналы, газеты, шахматы. Совсем другое дело. Беседуйте. Всюду жизнь. Ну что, начнем? Я не умею. А что тут уметь? Главное знать фигуру. Вот это вот пешки, вот это в форме лошади конь, угу. Вот это с култышечкой король, угу. Ферзь, ну вот, Е2, Е4. А я? А ты Е7, Е5. Сейчас. Это наиболее надежный ответ в этой позиции. А дальше? А дальше он ходит. Чуть не забыл. Конь ходит буквой Г. Вот так. Вообще два коня проигрывают в эндшпиль двум слонам. Но конь в остро-ладейных окончаниях имеет чрезвычайное значение. А сколько километров вы сюда ехали? 700. 732. А вот вы писали, как стоите на посту и думаете
о далеких друзьях и подругах. Вам очень холодно тогда было. Служба? А вы, если запомнили мои письма, значит, они вроде вас затронули? Не оставили, как говорится, равнодушными? Почему же мы не играем? А он думает. Масленки! Время! Сейчас ухожу. Казался он таким же кленом, только не опавшим что? Всю зеленую. Сам себе казался он таким же кленом, только не опавшим, а во всю зеленую. И, утратив скромность, одуревшую доску, как жену чужую. Время. Надежда. Стой. Иди спать. А куда? Нарушаю порядок. Спасибо. Костя? Вы не обиделись? За что? А за то, что Семен вас запер. Да что вы? Я же понимаю, общежитие чисто женское. Вам там удобно? Мне хорошо. Ночь-то какая. У меня даже чувство такое особенное. Вот взял бы. Расправил крылья и полетел. Хотите, я к вам перепрыгну? Ну что вы, не надо, вы разобьетесь. И потом мне завтра рано вставать. Время!
Ну-ка, солдат, подними ноги. Че, это ранили, что ли? Да так. Споткнулся на маневрах. Похудела. Простите, пожалуйста, вы не знаете, где Аэропортовская улица? What did he say? What a marvelous badge. Пардон, мадам. Что вы? Извиняюсь. Здравствуйте, товарищ Дроздова. Здравствуйте. Збруев моя фамилия. Если помните, состою с вами в дружеской переписке. И вы мне еще один раз ответили, а я вам свою обложку прислал. А, умелый воин, да? Вы там еще что-то про вьюгу писали. Так точно. Ну что ж, проходите. Теперь вот, будучи проездом в столице, прибыл лично, так сказать, будучи вашим... Поклонником. Почитательником. Почитателем. От товарищей по службе засвидетельствовать... Вы знаете что, вы пока вот в эту комнату пройдите, а я скоро освобожусь. Господи. Секундочку, я ее все же доконаю. А зачем это? Дырка для гвоздя! Ну, это вы усложняете. Разрешите мне? Попробуйте. Разрешите молоток? Нет, не этот. Благодарю. Берем гвоздок. Извините, капитальная. Будьте любезны. Упираемся локтем. Вот и все. Спасибо вам большущее. Так. Ой, да нет, что Итак... вы, не то. Сейчас принесу. А? Вот. Вот эта штучка. Очень даже мило. А стену можно отремонтировать, правда? Да, конечно. Давайте поговорим. Так вот, будучи почитателем вашего таланта,
Или я уже это говорил? Говорили. Извините. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы мне в ванной душ поставить? Душ? Душ. Ванной. Конечно. С удовольствием. Пожалуйста. Правда? Конечно. Ой, как хорошо. А то вы знаете, я в Буэнос-Айресе была, а тут без меня водопроводчик приходил. Да. В Латинской Америке сейчас сложно. Вот свергли президента Беланда Терри. И правильно. Подержите, пожалуйста, перпендикулярно. Обещал национализировать Petroleum Company. Обещал. Не сделал. Вообще-то, с другой стороны, конечно... А вы? Костя. А вы, Костя, сами откуда? Да так, из одного населенного пункта. Из какого? Да даже странно. Люди там живут как люди, а называется... Гуняева. Как? Гуняева! Вот видите, вы смеетесь. Да нет, почему же? Наши деревни вовсе малые сквозняки. А вы разве из деревни? У меня мать и сейчас там живет. Сейчас все будет в полном порядке. Огромное вам спасибо, Костя. Прям не знаю, что бы я без вас делала. Да что вы! Я вообще не считаю зазорным жене помогать. Гвоздь там вбить или вот душ поставить. А вы женат, Костя? Нет. Просто у меня убеждения такие. Так, эту штуку отпустите. Эту держите от себя. Осторожно. Делаем пробу. Нет! Который час? 16:10 Москвы. У меня встреча со зрителем. А как же быть-то, а? А ведь это была прическа. Честное слово, я не нарочно. Незнакомая система. А вообще, если честно, то, может быть, вам тогда же лучше, а? Утюг. Утюг? Да нет, включите утюг, он за чемоданом. Ага. А куда его сувать? Розетка под кроватью. Угу. Вызовите такси. Ага. Такси? Да нет же, по телефону! 229-400. Ага. Вы не беспокойтесь, мы успеем. Незнакомая система, такая штука. Алло, мне, пожалуйста, такси. Аэропортовская 7. И побыстрее, побыстрее. И чтоб немедленно. Кто говорит? Артистка Дроздова говорит. Утюг нагрелся? Ага. Отчасти. Тащите его сюда. Ага. Гладьте. Не понял. Ну, иначе же они не высохнут. Гладьте. А на что поставить? На шерсть или шок? На синтетику. Ага, на синтетику. Я же говорил, что так даже лучше. Скорее, Костя, я спешу. Пожалуйста, в машину. Все в полном порядке. Смотрите, смотрите, девочки. Ростова. Честное слово, Костя, очень рада была с вами познакомиться. Вот вы немножко на «о» говорите, а я как будто дома у мам побывала. У вас когда поезд? Какой поезд? Так вы ж проездом. Нет, мне не к спеху. Это так, относительно. Могу ехать, могу нет. Я, пожалуй, вас провожу, если вы не возражаете. Особенно хорошо показано, как вы геолога Павла ждете. Сколько, 3 года? Да нет, кажется, 2. Ну, все равно. Ну и что из того, что он простой парень? Помните, еще Печорин княжне Мэри говорил, что и под серой солдатской шинелью бьется благородное сердце. А вообще в жизни вы, наверное, в кино не ходите? С подругой там или молодым человеком? Разве в Дом кино, только там все больше народ солидный? Да, со стариками точно мало радости. Как сказал писатель Гюго, старик – это мыслящий и развалина. А вот тоже, Дроздов, как не вы… Не отвлекайся, гляди вперед, на стол наедешь.
Вот хотя бы Смоктуновский в том фильме. Он, конечно, солидный, кандидат с Волгой. А когда он вам говорит, что жить надо для себя, помните, в ресторане? А вы ему пощечину? И правильно. Очень мне такие девушки нравятся. С женской гордостью. И глубокие. Спасибо, Костя, я очень тронута. Ну что? А вот еще, товарищ Дроздов. Ну что ты прилип? Обыкновенный человек советский. Только красивый. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, благодарю вас. Спасибо. Ну что, что? К я вам? Не опоздала? Ну что? Нет. Ждем вас давно. Ой, сколько народу. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, это ваше. Спасибо. А это ваше, кажется, да? Спасибо. А вам что написать? Что-нибудь хорошее напишите. Цветочки возьмите. Арабашеву от артистки Дроздовой. Спасибо большое. Пожалуйста. Мне, пожалуйста, моя фамилия Петрова. Вот здесь. Подождите, ребят, я что-то запутала. Мне. Это, кажется, ваше, да? Я же Костя. Да. Вы меня помните? Моя фамилия Козлов. Я вам открытку писал на Новый год. Я тоже писал. Помните? Помню все. А вы помните меня? Ручку вашу, пожалуйста. Спасибо. Да. Послушай, это моя. Век космических открытий, до звезды достать рукой. Братцы, звездам не пишите, серьезно, звездам можно и простить. Ведь на то не звезды, ой, чтобы каждому светить. Ну и пусть. Take a picture of that. All right. That's right. Very good. Let's go inside. All right. In there is the best place. Right there. Oh, look, the monks. Take a picture. That's lovely. Why don't you take a picture of the church with me outside? Fine, stand there. Right there. To the right, please. Good. That's right. Here. Remember? Moscow. Traveler. Ah, glad to meet you. Вы путешествователь. Understand? В общем, да. Не обижайтесь, что я вас домой не пригласила. Письма мне ваши внушают доверие. На жизнь у вас серьезный взгляд. А вот лично я вас совсем не знаю. Что ж тут обидного? И правильно сделали, я это даже уважаю. Правда? Конечно. В мужчине мы уважаем силу, а в женщине женскую гордость. Знаете, Константин, я затворница. Мне девчонки говорят, Римка, ты все дома да дома, ты так молодость губишь. А мне нравится. Я радио слушаю, вышиваю, художественную литературу читаю. Правда, в этом году только 6 книжек прочла. Знаете, эпидемия гриппа, медсестры все в больнице да в больнице. Скажите, Константин, вы романтик? Я? Конечно. Романтик. А вы? Я ужасный. Вы знаете,
Я все время мечтаю, мечтаю. Вот скажите, вам хочется улететь далеко-далеко? Вот бывает? Бывает. Даже часто. Что случилось? Ничего. Может, зайдем? Посмеемся? Нет, Костя, здесь люди искажаются. Мы пойдем туда, где содержательно. Вопрос пятый. Почему красные ворота в Москве называются красными? Думаем все! Константин, вы знаете. Красные, значит, красивые. Правильно, товарищ! Константин, еще не все. Вопрос следующий. Кто, где и при каких обстоятельствах воскликнул? С такими молодцами и отступать? Константин. Кутузов в битве при Бородино! Товарищ снова на высоте. Остается позавидовать его девушке. Теперь перейдем к искусству. Кто это? И в каких фильмах она снималась? Костя? Мало каши ел твой Костя! Ты, сопля, молчи. Костя, ну? Да скучно мероприятие! Под яблочко. Значит, мороженое вы не любите? Будьте добры, зеркало. А что же вы любите? Все люблю. Картошку, кашу. А говорят, перед едой водочка выпить хорошо. Плохо. Нет, против рюмочки я не возражаю. Но если бы мой муж пришел домой пьяный, убила бы на месте. Промазал. А у вас хороший вестибулярный аппарат. А у меня что-то голова кружится. Разрешите? Константин, я вам доверяю. Сейчас мы пойдем ко мне домой и будем пить чай. Милости просим. Смелее. Тетя Паша! Тетя Паша! Да? Можно к вам? Это мы, познакомьтесь. Это Костя. Очень приятно. Ну, мы пошли. Марта Михайловна! Марта Михайловна, можно к вам? Да, 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 сейчас, сейчас. Ну, минуточку. Познакомьтесь, это Костя. Ой, очень приятно. Смотри, какой дядя. Ну, он видишь дядю? Сашенька, это дядя, скажи, дядя. Ну? Ой, здравствуйте. Костя, вынь руку из кармана. Поздоровайся. Здрасте! Очень приятно. Комната, сам видишь, небольшая, но светлая. Зимой тепло. Обстановка, сам видишь, скромная, я не рабавящий. Я считаю, лучше покупать постепенно, но подороже. А? Не спорь. А? Вкусно. Сама готовила. Я сама хорошо готовлю. Умею разные диетические блюда готовить, блинчики аппетитные. У тебя специальность есть? Шоферские права имею. Дефицитная специальность. У нас, например, в больнице требуется шофер на скорую помощь с окладом 120 рублей. Если еще предположить, что жена имеет 80, то жить можно. Ой, ну что ты, разве можно? Разве можно курить в комнате? Не хватало еще нам с тобой дышать CO2.
за встречу. Развяжи, пожалуйста. Спасибо. Ой, извини, пожалуйста. Посидим, помолчим, пока чай заваривается. Я совсем забыл. У меня же поезд. Спасибо. Рад был познакомиться. А как же чай? Чай? В другой раз. Знаете ведь, гора с горой, а Магомед с Магометой. То есть... Жаль. Кого? Да вот пишут, человеку пересадили женское сердце. Ну и что? 3 дня прожил, скончался. Понятно. И все-таки я верю в успех. Не сегодня, так завтра. Наука идет вперед. Вот компьютер деликатнейшие вопросы решает. Был я недавно в Румынии. Там как? Берут данные женихов, данные невест, закладывают в машину, и если перфокарты сходятся, пожалуйста, во дворец бракосочетания. А как же любовь? Ну, бывает, обстоятельства поджимают. Не до того. Дипломату, скажем, без жены нельзя. Священнослужителю тоже. А вы дипломат? Нет, я священнослужитель. Значит, вам обязательно нужно жениться? Вот представьте, надо. Окончил семинарию, могу распределиться в хороший приход. А холостому не дают. Закостенелая традиция. Есть для вас кандидатура. Во будет попадья. Живет как раз против монастыря. Хозяйственная, чистоплотная. И внешние данные имеются. Посмотрите. Нехорошо смеяться над чувствами верующих, молодой человек. Да я ведь... У вас свои традиции, у нас свои. Я серьезно! А как с нравственностью? Железно. Разрешите взглянуть еще разок? Пожалуйста. Спасибо. А вот поп. Священнослужитель. Да-да. Это звание или должность? Ну, ежели без прихода, то одно звание. А какое звание, если перевести на армию? Ну, как вам сказать? Примерно капитан. Пойдемте туда? По течению. По течению. А если маршала перевести? Ну, это брат. А как фамилия?
А вот фамилии им не положено. А, ну да, вы же от государства отделены. У вас свое, у нас свое. Слушай, ну хорошо, тебе по званию положено невесту искать. А я-то куда лезу, дурак? Добровольно, а? Так и не лезь, если есть возможность. И не полезу. И не лезь. И не полезу. И не лезь. Слушай, бери их всех, дарю. А удобно ли? Удобно. Ты за мир? За мир. Смотри. Ой, а вот эту я знаю. Да не можешь ты ее знать. Хабаровский край, село Кресты. А вот, смотри, какая девушка. Красавица, общественный деятель, Верхнегорск, молодежная стройка. О, это нам не подходит, там прихода нет. Эх ты, материалист, но при чем тут приход? Строить тут что-нибудь или возводить? Не расстраивайся. А мы кто? Не расстраивайся. Авантюристы! Не расстраивайся. Все, завязываю. Куда они, туда и я. Будь счастлив. Ну, чао. Прощай, сектант. Священнослужитель? Да! Ребят, куда едем? Ты что, не знаешь, куда едем? В Верхнегорск! Шире шаг! Значит, судьба. Верно? Бабуля, не отвлекайся, тебе на ка. Караганда. Третий раз говоришь. Кустанай. Йорк. Что? Нью-Йорк, Новый Йорк. А Йорк это просто Йорк. Ну ладно. Тебе сплыв на ка. Краснопрядск. Нету такого города. Нету. Центр текстильной промышленности. 20 тысяч населения, расположен на среднерусской возвышенности. Айсбруев, откуда все знаешь? Орлов. Курск. Может, Киев скажешь? Вылетай, Орлов. Ну как это вылетай? Твоя очередь, Хабибулин. Карарык! Чего? Правильно, есть такой город. А тебе, Збруев, опять на ка? Пожалуйста. Княжий остров. Ха-ха-ха, город надо, а не остров. Это и есть город, только очень древний. Совсем древний, да? С древней историей, да? Причем тут древняя история, когда в прошлом году там эпидемия гриппа была. Вот дается. Послушай, Збруев, откуда ты все знаешь? Ездить надо больше, товарищ Орлов. Хабибулин, твоя очередь, теперь на В. Это я знаю. Верхнегорск. Стройка республиканского значения. С марта позапрошлого года объявлена ударной молодежной. Срок сдачи в эксплуатацию – третий квартал текущего года. По линии быта. Дома городского типа. Газ, ванна, все как в столице. Завершается строительство широкоэкранного кинотеатра на 800 посадочных мест. Ну и, разумеется, ясли, детские сады и так далее. Ну и даешь, эфрейтор. А девушки здесь красивые есть? Взвод! Стой! Слушайте, братцы, я сейчас все разведаю, а вы здесь немножечко подождите. Принимай команду, Орлов. А кто тебя вообще уполномачивал? Давай, давай, не роби. Дисциплинка, ребят! Извините, товарищи, где у вас тут молодежный сектор? Вы зайдите налево, там первая дверь. Спасибо.
Вам кого, товарищ? Да вообще, Галина листопад, но это не важно. Я листопад. Вы листопад? Да. А кто же на фото? На каком фото? Да Збруев я! Костя! А Збруев? Узнаете? Узнаю. Садитесь. Сяду, сяду. Демобилизовался, прибыл в ваше распоряжение. Так сказать, для установления личных контактов. А то ведь, скажем, фото. Разве он дает представление о человеке? Фото? Нет, не дает. А... Ну что же, будем считать, что личный контакт установлен. Я очень рада, что вы приехали к нам на нашу молодежную стройку. По зову сердца, по велению долга. Конечно. Но только я больше по письму. По письму? Листопад слушает. Что? Какие трубы? Диаметр. Не орите, я тоже могу крикнуть. Ну хорошо, как ему звонить? Ясно. Какой диаметр? 8,5. Вот, я вот и говорю. Я больше по письму. Персонально к вам. А что такое? Ну, я думал, что мы поделимся, поговорим обо всем. Обязательно. Я разберусь только во всем. Эх, дела. 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 Ну, туда и пошел. Ага, иди. Ухожу. Иди. Ухожу, ухожу. Збруев. Ой, извините. Галя, по зову сердца, по велению долга, я еще 40 человек привез. Ну что ж ты сразу об этом не сказал? Да как-то постеснял себя оставлять. Разумно. Товарищ, вы не знаете, где живет Галина Листопад? А вот второе окно, справа. Спасибо. Галя! Галя! Это я, Збруев. Добрый вечер, Збруев. Я ребят разместил, все в порядке, спят. Может, пройдемся вне служебной обстановки? Ночь очень теплая. Не могу. Мне еще отчет писать. Ну ладно. Я ведь просто так. Пожелать спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи! Хабибулин. Хабибулин. Проснись. Хабибулин. Извини. Скажи, какой тип женщины тебе нравится? Чтобы плов хорошо варила. И полы у тебя в юрте блестели. Или такой, чтобы завод строила, массу за собой вела. А? Если к тому же она красивая. Ну, какую? А который плов? Тоже красивая? Красивая. Который плов? Нет. Нет, Хабибулин. Не пловом единым жив человек. Извини. Орлов. Брось прикидываться. Слушай, Орлов, ты читал Гюго «Отверженный»? Верно он там говорит, если горе и несчастье длятся слишком долго, то счастье не за горами. Только теперь его нужно ковать. А, Орло,
Запивай! Ну уж хрен тебе. И так ни свет ни заря поднял. Не вешай голову, Орлов! Покой нам только снится! Стой! Товарищ Листопад! Товарищ Листопад! Что случилось? Готовы к освоению необжитых просторов в Сибири. Так и сегодня выходной. А зачем солдату отдыхать? Верно? Ну, если вы такие энтузиасты, организуй вас крестик по уборке территории. Ясно. А ты там будешь? Ага. Только поем. Взвод! Шагом! Марш! До скорой встречи! Годится? Начали? В ритме! Там, трам, да, там! Организации труда. Нот. Музыка улучшает настроение, повышает производительность труда. Да? А я вам инвентарь привезла. О, первое отделение! Ко мне! Что ты вообще раскомандовался? Ты, между прочим, ефрейтор, а я сержант. Кстати говоря, между прочим, ты бывший сержант. А ты бывший ефрейтор. Ребята, ты... ребята, на нашей молодежной стройке не ссорятся. Аракчеев. Недисциплинированный человек. В чем дело? Обедать пора. А то здесь кое-кто свои личные вопросы решает за спиной голодного коллектива. Кто это кое-кто? Да так, кое-кто. Личный, да? Да, личный. Шагом марш! За колбасой! Бескрылый ты человек, Орлов! Приходила? Нет. Так, Орлов. Осторожно. Осторожно. 450 мороженого и лимонад. Благодарю. Хабибулин. Хабибулин. Орлов здесь? Здесь. Один? Нет, со мной. Прошу, садитесь, пожалуйста. Надеюсь, вам удобно. Удобно. Теперь мы с вами что-нибудь закажем. Рад. Очень рад. Все в порядке?
отдыхайте, товарищ Орлов. На посту. Добрый вечер. Значит так, территория очищена. Ребят накормил, спят. Фу, вот и все. Гимнастерка вот порвалась. Зашить бы. Слушай, что солдат, чего ты моей жене покоя не даешь ни днем, ни ночью? Коля, познакомься. Это Збруев. Он с субботника. Чьей жене? Моей жене. Ну, дай ей. Постой, 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 постой. А почему же она писала, если жена? Что писала? Про чувства. Коль, я решительно ничего не понимаю. Может быть, это молодежная переписка по линии контактов с армией? Сейчас мы разберемся. Раз по линии контактов, значит, копии должны быть. Збруев это с или з? З. ЗАГС. Заселение. Збруев. Ну и где ж тут про чувства? Вот. Дорогой далекий солдат, ну и что? Ну тогда вот или нет. А это что? Как тебе служится? С кем тебе дружится? Что тебе снится во сне? Ну и что? Ну как что? Если же человек стихи переписывает, он же особые чувства выражает. Все здесь про чувства. Все! Бездоказательно, товарищ Збруев. Между прочим, письма составляла Перепелкина, а я только подписывала. Вот видишь, это шефская работа. Тебе ясно? Работа, понимаешь? Вот тут и портрет твой. Дело, понимаешь? А может тебе к Перепелкиной? Не нужна мне Перепелкина. Ну. Бюрократовы. И ты, и твоя жена. Незнакомка молодая, ой, незнакомая с лица. Только как ее отыщешь, гений чистой красоты. Ой, может быть, все кресты. Слушай, товарищ, подвези до Оленева. А я тебе ремень подарю. Отличный ремень. Кожаный, а? Ремень-то казенный. Я демобилизованный. А может, дезертир? Да что? У демобилизованных деньги есть. Да, да были у меня деньги, были тоже. Но так вышло, понимаешь, нифига не осталось. Потратил все. Куда потратил? На строительство Верхнегорского комбината. Да подожди же минуточку, объясню. Иди ты.
там? Валентина Оленева здесь живет? Здесь? А кто это? Збруев Константин Яковлевич. По переписке. Константин Яковлевич, что с вами? Дикий мед. Пчелы дикие. Не обучены. Все к вам ехал Валентина Кондратьевна. Это дядя по отцу, а вот сам отец сразу после фронта. Он уже дома умер от ран. Я еще тогда не родилась. А вот это... Вот это мать и старший брат. Угу. А где же они все? Вот как раз старший Игнат на стройку устроился в Верхнегорск. Слышали? Слышал. Ну вот. А потом мать выписал с внучкой нянчиться. Младший в техникуме. Я вот тут в совхозе. Совхоз у нас большой, 3 километра отсюда. Константин Яковлевич. Вы спите? Нет, просто задумался. Пойдемте, я вам на сеновале постелила. Осторожно, здесь ступенька шатается. Удобно? Дайте-ка. Доброе утро, Константин Яковлевич. Как спали? Хорошо спал! Ой, вам ведь завтракать пора. Куда дрова? К печке. Мне сегодня на ферму не надо, так я пойду покашу, раз такой случай. А вы тут располагайтесь, не стесняйтесь, хорошо? Так может, и я с вами? Не оборачивайтесь.
Нравится у нас? Живописно. И покос хороший. У нас дома покос хуже. Кочки, низины, все камышом поросло. Тетка у меня хитрая баба. Эти камышины продает на станции. 10 копеек штука. И покупают. Красивый, потому и покупает. Если б я в городе жила, я, может быть, тоже покупала бы. В городе совсем другое дело. А что это я смотрю, у вас совсем ребят не видно? А их и нет. Они все на центральной усадьбе. К нам тут из города тунеядцев присылали. Да ну? Работать. Хо. Некоторые ничего были. Один велек научил танцевать. Знаете, ноги. Знаю. Что это вы? Всех под одну гребенку не причешешь. Бывает и хороший человек. А попадет такой переплет, что... Вот и меня жизнь била. Еще как била. А, ну что об этом говорить? Солнце высоко, надо поторопиться. Да, поносила меня по жизни. Всего не расскажешь. Особенно тяжело, что один на свете. Сирота ведь я. Ни отца, ни матери, только тетка. Которая с камышами-то. Да и в личной жизни. Дружил я с одной девушкой. Артисткой. Честно вам скажу. Изменила она мне. А главное, очень подло, с одним генералом. Ну и что же, вас так никто больше и не пожалел, и не полюбил? Ну, если уж до конца. Любила меня одна девушка. Медицинский работник. Так любила, что и сказать нельзя. Ну и что же с ней стало? А вот помните сектант? Вот он ее и заманил. Ну что об этом говорить-то? Что прожито, то прожито. Не переиграешь. Что это у вас? Всего лишь зажигалка. Я думал, где ты? А ты уже встала. Я уже на ферме была. Вот тебя кормить буду. У меня же блины. Тяжелая ручка. Да? Угу. А ты поищи другую. Не хочется. Эх ты, поросенок. А ну, пойдем руки мыть. Как здорово.
что мы с тобой нашли друг друга, правда? Правда. Ведь могли бы не найти. Я вчера немного не точно тебе рассказывал. Ну, в общем, генерала-то как такового не было. Волновался. Артистка была. У тебя блины. Да ты не беспокойся, у нее даже волосы искусственные. Да, гладит утюгом. Потом я заезжал к одной текстильщице в Краснопряске и к общественнице, к вам в Верхнегорск. Вот и все. Это же ерунда, правда? Так что, у тебя вроде как смотр проходит. Почему? В каком смысле? Ну что ты? Ну вот, еще на одну посмотрел. Теперь дальше поезжай. О чем ты говоришь? Ты думаешь, что не было? Да что ты? Да, ну, сама посуди. Ну, если было что-нибудь стоящее, да неужели я бы к тебе поперся бы за пять тысяч километров? То есть? Уходи. Да ты меня... Как уходи? Куда? Что ты? Разве можно? После... Ты же понимаешь? Убирайся. Валя! Валя! Ты меня не слушай. Я опять что-то не то сказал. Валь, я-то в каком смысле? Что ты одна здесь останешься? А я все-таки мужчина. Как-никак. А, Валя! Ну, да я же крышу не починил еще! Валь, ну давай посоветуемся. Валюш. Вы забыли. Товарищи Мякишева просят пройти к администратору в зале номер один. Повторяю. Товарищи Oh, look, Мякишева... our friend! My goodness! Hello there! А путешествие ваше! Здоровье! Спасибо. Going north, seven. Новая земля! But you didn't give me your badge. Pardon, madame. Very beautiful, very beautiful. Новая земля. Я советую вам. Good. Спасибо. Goodbye. 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 Goodbye, friend. Товарищ комендант, Иркутск не принимает. Знаю, нелетная погода. Но у меня жена рожает, я могу опоздать. Придется рожать без вас. Следующий. Здравствуйте, товарищ капитан. Короче? Повернуть. Кого? Проездное предписание. Куда? К тетке. Ваши документы? Збруев. Збруев. Хабаровский край, село Кресты. Так точно. Голубчик. Это налево за углом третья касса. Счастливого пути. Следующий. Вы не поняли меня, товарищ капитан. Я его хочу повернуть. Понимаете? Повернуть, чтобы обратно, в Вологодскую область, к тетке. Трудности испугался. Да чего мне пугаться? Меня и так жизнь била. Я сейчас расскажу. Не хотел при людях. Пожалуйста. Понимаете, товарищ капитан, у меня, скажем, 6 невест. Но я к этому легкомысленно отнесся. Первую я проехал, вторую недооценил. А себя, товарищ капитан, переоценил. А главное, 6-я. Любовь не вздохи на скамейке, товарищ капитан. Верно? Вы меня понимаете? Ефрейтор, уберите голову и вылетайте согласно предписанию. Следующий. Слушаю вас, моряк. Товарищ капитан, там 7-я, Мария. Ну нельзя меня туда пускать!
Прошу внимания, товарищи. Наш самолет летит на высоте 10 тысяч метров со средней скоростью 850 километров в час. Температура воздуха за бортом минус 50 градусов. Простите, вы сказали 50 градусов? Да. Такой мороз? Такой мороз. Благодарю вас. Пожалуйста. А? Красивая женщина. Между прочим, одному мужчине пересадили женское сердце, так он сразу помер. Помер. Так это же от несовместимости. Вот я и говорю. Куда летим, солдат? К невесте. Как же так? Согласно предписанию. Я вам тут солдата привез. Солдат, тебя встречает сам Василий Васильевич. Зруев Константин Яковлевич! Так точно! Раз так точно, значит, салют! Давай, Толя! Прошу! Ну-ну! С приездом! Смотри-ка, барахлишка минимум, не то что у тебя. Солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются. Лукьянов, заведующий факторией, прошу. Василий Васильевич, так я в пятницу вернусь. Давай, прошу. На курс. А Мария где? Замуж вышла? Почему вышла? Нет. А места у нас тут прямо левитан. Икру ложками едим. А хороший охотник у нас тут на золоте, можно сказать, кушает. А Мария? Вот с Марией хуже. Понимаешь, солдат, режь меня, руби мне голову. А это ведь я тебе писал. Сезон, понимаешь, стрелков хороших мало. План, планом задыхаюсь. Ефрейтор, ты не молчи. Ты, ну скажи хоть что-нибудь. А что говорить? Все нормально. То есть как это нормально? Не обиделся? Все к тому и шло. А карточка-то чья? Карточка? Это целая история. Думал, понимаешь, что тебе послать, чтоб по-настоящему, так, чтоб наверняка проняло. Артистку послать, узнаешь. И послал я тебе художественное произведение из Эрмитажа. Символ женской красоты и материнства. Мадонна Аве Мария. Не забыть еще сказать бы, чтобы правду знал народ. Совершилась эта свадьба, ой, чуть попозже венский год. Совершилась эта свадьба, ой, чуть попозже венский год.